Wake up, с вами Вовакэс. Даня Поперечный дал леща Урганту. Почему Вилсаком сжег свой iPhone? Просто вот так вот. Вот так вот. Новый клип Марисен захейтили. Bad Comedian рассказал последние новости про сутки на компании. Инстасамку ограбили на миллионы рублей. Меня разъебало, блядь, все просто. А Марьяна Ро вовсю снимает новый клип. Вот ты еще до сих пор не подписался на мой канал, но постоянно смотришь без подписки. Тебе нужно обязательно подписаться и нажать на колокольчик, так ты будешь в курсе самых четких новостей. Полетели. Итак, популярную инстаграм-блогершу Инстасамку ограбили. В квартире устроили погром. Все перевернули вверх дном. Украли 4 миллиона рублей, 2 компьютера, 2 камеры и другие вещи. Сука, я имею 4 миллиона рублей. Полный список ущерба вы видите на экране. Многие начали обвинять Дашу в постанове. Другие считают, что так ей и надо. Мол, девушка постоянно выпендривалась дорогими вещами. Пишет мне о том, что я заслужила, и будет это для меня уроком. Нехуй выебываться тем, что у тебя есть. Вы свиньи, и матери ваши тоже свиньи. А вы как думаете, Даша сама виновата в ограблении, или все это постанова? Конфликт Bad Comedian с кинокомпанией можно считать закрытым. Сегодня между компанией и блогером было заключено мировое соглашение. Со слов Жени, итоги суда таковы. Студия Киноданс от иска отказалась. Обзоры удаляться не будут. Миллион выплачиваться не будет. Так что теперь угрозы удаления канала нет. И фанаты могут вздохнуть с облегчением. На днях команда Клик-Клак посетила вечерний Ургант. Иван упомянул про шоу «Дай леща». Ведущий решил на себе испытать, каково это получить леща сырой рыбой. Что чувствует человек, когда его бьют сырой рыбой по лицу? Для этой миссии он выбрал Даню Поперечного. Комик без раздумий вмазал Урганту рыбиной. Зрители были в восторге. Вилсаком сжег свой iPhone XS Max. Он сделал это в знак протеста. Дело в том, что еще в мае блогер заявил, что сожжет свой телефон, если Apple не переделают звонилку. Мол, звонок нельзя свернуть и продолжить заниматься своими делами. А если в сентябре с релизом iOS 13 я не увижу на iPhone нормальную звонилку, iPhone XS Max двухсимочный мой из Гонконга, я ритуально уничтожу. Apple проблему не решили, и Вилса демонстративно сжег свой телефон. Вот так вот. Звонилка у него не сворачивается, да? Но он как-то эстетично сгорел. Блогер даже создал петицию по этому поводу, адресованную компании Apple. Несмотря на все, в конце видео Вилсаком распечатал себе новенький iPhone. Марисен и Тимур Сорокин выпустили новый клип «Молоко». Мало-мало-мало-мало-молоко. Это не проблема, ты на все забей. За сутки под видео набралось 19 тысяч лайков и 21 тысяча дизов. Практически все комментарии об одном. В чем смысл песни и клипа? При чем здесь вообще молоко? И что Мария и Тим — это две бездарности? Сорокин уже прокомментировал такой хейт. Пишет, что ему абсолютно все равно на мнение хейтеров. А трек и клип они с Марисен сделали для души. Он утверждает, что в любом творчестве есть смысл и посыл. Но, возможно, он слишком глубоко. А вы поняли глубокий смысл и посыл Марисен и Тима? А вот Марьяна Ро вовсю снимает новый клип. Ради съемок она прилетела в Харьков. Судя по всему, Марьяна будет в образе ковбоя. Съемки проводились в розовом павильоне. Также, возможно, фото со старым кабриолетом — это тоже кадры из клипа. Вы вот как вообще ждете новинку от Марьяны? Конфликт Bad Comedian с кинокомпанией можно считать закрытым. Советую в обязательном порядке смотреть другие мои выпуски. Подписывайся, колокольчик, лайки, дизлайки, шума в комментариях, как всегда. До скорого!